Привет, революционеры! Обзор еды дешевенькой. Так, я не знаю, даже он стереозвук, не стерео записывает. Но по идее в телефоне два микрофона. И телефона быстро садится батарейка при записи видео. Просто очень-очень быстро. Батарейка здесь 2300-2400. А если включить вспышку, то вообще еще быстрее. Так. Капуста. Для чего я ее показываю? 18 рублей, а в пятерочке сраной 40 рублей. Это ранняя капуста. Ну мега дорого, блин. Вот в этих сетях поганых. Ну, у меня рядом вот перекресток, пятерочка, ну, еще лента есть мелкая, там подальше, магнит еще есть. Очень, ну, очень дорого. Если какой-то качан, 2 килограмма, сразу кучу лишних денег. А старую уже неохота покупать, она невкусная уже старая. Ну, можно суп какой-нибудь сварить, конечно. Вот новая прикольней. Что-то я мыл. Вот, не особо много еды я купил. Ну, потому что экономишь все время. Так бы, может, я что-то еще там показал бы. Там есть клубника, 200, абрикосы, персики, вишня уже продается. Я это не покупаю все. Так, ну, дорого. Я купил один раз эту клубнику. Все, больше неохота что-то даже. Такие вот помидоры. Так, огромные. 65 рублей. Я подумал, может, какой-то подвох там. Гнилые внутри. Но нет. Ну, нормальный помидор. Такой прикольный. Такие огромные, как... Сам такие, наверное, и не вырастешь. Это вот рука, а рука у меня, ну, нормального размера. Такой помидор прикольный. Ну, это я попробовал его. Такие помидоры. Ну, вот он мятый. Не знаю, это гниль тут или нет. Вроде нет. 40 рублей. Ну, сильно мятые они там. Там были еще другие, просто уже мятые в крышку там. Уже невозможно было купить. Настолько там мятые и гнилые. Так, что-то мокрое. Так. Вот такие помидорки маленькие. Раньше я их вообще никогда не покупал, потому что они мега дорогие. Те же мелкие помидорки 150 рублей, 200, 250. Ну, даже вот коробочка, я уже говорил, 250 грамм, там 70 рублей, то есть 74, ну, под 300 рублей они. Мега дорогие. А это... Пришлось убирать, там валялись. Это дешевые. Ну, там они в ларьке продавались не мятые, 150, по-моему. А это вот среди мятых, ну, я выбрал не мятые. Это 40-50 рублей. Килограмм. И по вкусу они нормальные. Вполне нормальные. Бывает, какие-то дефекты там продают. Так. Ну, это просто вот так один раз попалось. Таких дешевых помидор, конечно, не найдешь особо. Яблоки 40 или 30 рублей, по-моему.
30 даже. Ну, они старые, вот они вообще, видите, битые, старые. Они не гнилые, но мятые все. Да, кожура у них горчит уже. То есть кожуру надо счищать. Ну, а так нормальные яблоки. И все почти что. Особо ничего больше я не покупал. Вот такие огурцы. Тоже они как будто были типа с дефектом, но я в них вообще дефектов не вижу. Но я вижу, что он не мега свежий. Но такие же в магазине валяются. У новых там пупырышки торчат, тут не торчат. Все. Он не вздувшийся, ничего. Этот вот зад подсыхает. Я не знаю, какой он на вкус. Я не пробовал. Может, какой-то дефект в нем есть. Сейчас я его и потестирую. В этих сетевых магазинах огурцы дорогие, там 100, а такие, это же еще другой сорт. То есть такие гладкие, самые дешевые, а это другой сорт, который получше считается. Не, нормальный огурец. Вообще нет дефекта. Ну, повезло мне. Все. Все нормально. Все отличные прям продукты. Ну, яблоки вот их можно и так есть. Горчит, конечно, немножко, но лучше вот так вот. Надо лучше их почистить. А в этой перекрестке валяются яблоки, даже самые дешевые, 90 рублей, 100 рублей. Такие же примерно. Сетевые магазины сильно цены завышают. И продают там картошка мелкая, грязная, ужасная картошка за 25 рублей. Совсем хламину продают. Тяжело там, конечно, продукт покупать, а люди далеко же и не могут дойти. Просто ходят, что рядом. Ну, я тоже далеко не хожу, на самом деле. Я хожу тут одну остановку. Я тоже ни в какие народные там магазины не хожу. Ну, в общем-то, все. До свидания. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Всего хорошего. Делайте революцию. И тогда еще будет больше доход и товары дешевле. Если делать революцию, тогда все будет отлично. Это еще добавка к ролику, который только что я снял. Забыл, у меня свеклу купил. 40 рублей. Свежая свекла. Ну, по ней видно, видите, такая синенькая она. С этой, с ботвой. Красненькой. Я про вкус, я ничего не могу сказать, не пробовал. Ну, по-моему, зашибись. Небольшая, в перекрестке продается огромная такая какая-то скота свекла. Она же должна быть вкусная еще свекла. И, еще что интересно,
Я ее стал мыть, а она и не сильно грязная. Грязи никакой не было. Этой, которую купишь где-нибудь в Пятерке. Грязнющая, там отмываешь ее. Это, ну, выглядит прикольно. Не знаю, как на вкус, потом опишу. Она и так должна быть сырая, если попробовать, вроде вкусная. Ну, вообще, свекла прикольная, когда она вкусная. Да, в общем-то, и все овощи так. Ну, в общем, все. Теперь уж.